В моей жизни все было предопределено, я родилась в семье музыканта, но у меня было помутнение, когда я однажды хотела, ну как не однажды, какой-то период времени, достаточно короткий, я мечтала быть полицейским, милиционером, а по тем временам ловить преступников и, в общем, вершить правосудие. Ну, потом опять вернулась к своим целям и мечтам, и вот я певица, артистка.